Сейчас я вас научу крутиться на термобигуди. Бигуди кипятим. На сухие, обязательно на сухие, чистые волосы. Наносим пенки, лаки, муссы, пиво, воду с сахаром, желатин разведенный. Короче, любые средства фиксации. Народные тоже. Короче, которые любите. Потом расчесываем. Бигуди у нас в кастрюльке под крышечкой. Они там паруют. Берем одну прядь. Отделяем ее, расчесываем. Сейчас модно крутиться от лица. Но это просто дань времени. И так красиво. Понавыдумывают эту моду. Я буду тоже от лица. Закручиваем снизу. Крутим, 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 крутим равномерно. И вот этой штучкой закрепляем. И так всю голову. Крутиться начинаем всегда сверху, потому что снизу волосы суше, они дольше держат. Поэтому здесь нужна теплее обработка. Да и вообще они сверху, что здесь будет не видно, а вот здесь будет накрывать. В следующем видео результат.